Нас двое! Двое! Один! Я один! Он ушел! А лучше вообще режим, где, короче, маньяки против друг друга сражаться будут. Так одна там, да, как все пошутили. Хили-били, вот это, или вот этот вот чел, Лизер Маск, вот они выиграют. И ваншотят. Просто бензопилой друг на друга. Ну, у Хили-били у него больше... А, нет, ну это же не Хили-били. Ну, короче, вот это деревенщина. У него же больше пива, длиннее. Да, ну зато это может просто перед собой махать и не подпускать никого, Лизерфейс. Ну, у него откат идет же, но... Ну, если он грамотно рассчитает, то, может быть, попадет. Ну, простите, Хилибили тоже надо попасть, он же там, у него управляемость уменьшена, когда он на скорости. А как, на крюки надо вешать это? Это будет смешно со стороны выглядеть. Такой Хилибили кожное лицо пытается поднять, у него не получается. Ой, сейчас, подожди секунду, я пытаюсь сделать себе экранный режим. Да я пока прокачиваюсь все равно. Надеюсь, ты скилл-чеки все еще не проваливаешь? Все еще проваливаю. А что у тебя реже бывает? У тебя дым из ушей идет. Это я не из ушей, его закурил, а тут нет ветра. Нимб, нимб. Святой Билл. Святой Билл. Новый этот, как его, лик святых. Святой Билл, дебил. Ты забросил того чувака, которого всем на ранениях завязан? Мазохисты. Да, что-то но мне перестал нравиться, как если у него почти все, это благодаря ранениям, то играть за него не особо интересно. Ну типа, что интересного? Блин, перк, который тебя ранит сам, убийца не нужен. У него там два таких перка взять, и он сам помрет. Даже не начнешь играть. Два перка. Ты начинаешь играть, ползаешь. В итоге должен подбадривать товарищ, чтобы они быстрее тебе либо ворота открыли, либо люк, пока ты там не стёк кровью, пока лежишь. Ты заходишь и так играешь. Так, в смысле? Ну да. Давай, я почти добежал. Может, ещё уязвимость. Я вижу тебя, кстати. О, я еще и удержимый. Одержимый? Ну видишь, у меня веточки рядом с ником. Фак, дэдди! I'm your brother. Он за тобой побежал, отлично, я ее спасу. Я вижу. Гребаный. Извращенец. За дедами гоняется. Дедов не уважаешь, что ли? Майкл Майерс, а я. Он идет сюда. Ну ничего, я ж тебя спас. Спас. Угадай, за кем он побежит? За одержимым? Сейчас он тебя убьет. Я вижу будущее. В общем, если он тебя убьет, я тебя спасу. Он за четкой побежал, кажись. Я уже дважды сделал отличную реакцию подряд. Хрен тебе, Майкл. Я открываю ворота. Привет! Я тут к тебе. Я побежал. Так, открывай ворота и говори, где они. Ориентир, ориентир. В этой игре все. Спасибо. Я нашел ворота. Ну я все, я кончился. Там ворота чуть-чуть не дооткрыты совсем. Я помогу тебе. Доброжелательно бронзовый бег. Нифига ты не открыл ворота, я просто рукой к ручке прикоснулась, они сразу открылись. Я же говорил, они почти открыты, на последнем мгновении он меня добил. Я себя этим джедаем почувствовал, такой просто рукой прикоснулся, и ворота открылись. Отлично. Жалко, что я не смог смешать. Я думал, что он на тебе, ты такой типа, ха тебе, фиг тебе. Думал, что он тебя чезит, и там еще и музыка заиграла что-то. А потом... Так много разочарований в этом мире.
О, чё, всё-таки кончили. Ну, мне кажется, он будет кемпить. Потому что тут еще один уже почти починен. Я на самом деле играл один раз за маньяка. И мне против меня вот такие вот челы попадались. Видишь, что он делает? Нет. Я так радовался таким. Что он делает-то? Ну, он сдался. Видишь, он сразу попытался сбежать. Ну, да, такие это просто рай для этих. Для маньяков. Они просто проигрывают игру своим челом. Зачем? Интересно, они это делают. Зато сейчас сопротивляется, ну. Потому что я вокруг бегаю. Пытаюсь маньяка на себя взять. А, не получилось, короче. Я хотел как лучше, а получилось как всегда. Так, вы мог генератор завели, что ли, уже? Я не знаю. Если это в здании, который был туда. Да, да, да. Там дальше чуть есть, я его завожу сейчас. Так, ой, на последнем мгновении просто успел сбежать. Так, ну, а куда мне идти-то? Где генератор хотя бы один? Так, я за камушком чиню. Это просто в паутине все. Прикольно, маньяк АФК. АФК. Все, уже не АФК. Или АФК. Не АФК. Не, не АФК. Так определись уже. Так. Такое ощущение, что я сейчас проиграю. Ну, да беги к воротам. Не пропадайте, пацаны. Ну ладно, короче, удачи тебе там. Я отвлек его на себя. Дальше уж вы как-нибудь сами. Да он нет, он сюда пришел. Все, мы у ворот открыты. Ну, если бы мне не один раз дали, мне дали бы радужную. Ни одного полезного не дали за уровень. Ну блин, что за темное чувство? Вот нахрена мне темное чувство? Я хочу себе перк пиво. Ну хоть не перк. Давай это армянский коньяк хотеть. Где? Почему у меня разрыв соединения с хвостом? Ты ищешь вот, да, а вот они тебе вот такой. Илья. Вот теперь я присоединился. Это болото. Карта. А почему у меня разрыв нас, соединения с хвостом? Нас двое! Двое! Один! Я один! Он ушел! У меня просто разрыв соединения с хвостом и все. Сейчас хвост тоже. Я подожду, когда хвост выйдет. Я просто буду в кустах сидеть, ну нафиг. Чувак, ты не осматривайся, ты нам помоги. Осматривается, блин, стоит. Охотница им был. Ну это единственный маньяк с дальним оружием. Я ее встретил. Я знаю, что она единственный маньяк, который. Тебе надо таким звуком шарики надувать, короче. Просто. И шарик лопается. Надуваю, так шарики, потому что я говорю это. Да, есть тот человек, который надувает шарики, а есть человек, который сдувает шарики. Хэштег экономь воздух. Бабушка Кончита. Отличный ник. Ну он сам себя вылечил, читер, не иначе. Кемпит ли? Нет, я еще спасу. Не сломались инструменты.
Сломанные инструменты не появляются. Блять, ну почему я фейлю второй раз подряд? Почему он просто в сантиметре от меня появляется? Почему она бежит туда, где нет досок и окон, а она просто бежит по прямой? Я ее, блин, спасаю, а она умирает еще. Да ладно, мы тут это, Ладно, я к вам, а то это дура чужая такая. Ты бы видел, как мы тут развлекаемся? У нас тут фейерверки. На пол это почти сломали себе. Вот, как я. Я просто... Он слишком маленький, во-первых. Во-вторых, он появляется прямо подо мной. Я нажимаю мгновенно. А он все равно появляется прямо передо мной. Это нечестно как-то. Я вообще не понимаю. Почему же я вижу... Я вижу этого человека, который напротив меня сидит. Почему я вижу... Почему я вижу этого человека, который напротив меня сидит? Нет, почему я вижу его ауру? Хороший вопрос. Не, а реально, почему я вижу его ауру? Потому что я хотел так узнать. На 20. На 20? Повышаешь ставку, что ли, на 20? И что это за справка сумасшествия? Что он делает? За тобой приехали, черти еще. Сочувствую. Мне вот интересно, кто сейчас будет нашим маньяком? Нашим экзекутором, так скажем. Твоим. Ну, моим, ладно. Они обычно за мной бегают. Тоже зайду, поди. Убил. Будет полукарты за мной гоняться, полукарты стоять перед лицом. А потом проиграет. Потому что с одного меня многого не получил. Ну, убийство-то. Ну, выжившего. Ну, 300 на плюс 200 и плюс 500, наверное. 300 плюс 200 плюс 500. Итого... Ну... Итого... Ну, считайте... Тысяча, сколько? Что, я сам считать, что ли, должен? Да. 800 плюс 500. 1300. Так, карта клоуна. Мне нравится карта клоуна, хотя я был за ней один раз. Так, это, по-моему, траппер. Либо траппер, либо... Это траппер, да, его перк. Значит, главное не попадаться в трапы. Все остальное решит эффективность. О, ясно. За траппера мне нравилось, потому что у него очень хорошая анимация бега. Мне нравилось, какая у него оружие. Ну, типа он замах и все вот это вот время. Ну, я, короче, по ним попадал по выжившим, которые пытались заманить от меня. Ой, вы чё так? Фейдите. Ты сбежал? Да. А ты спрашиваешь, как от маньяка сбежать? Да легко. Простите, у меня не 470 часов. Так я тоже за выживших не особо как-то люлюшу. Чё за стуки пошли, я не понял. Дайте мне вылечиться до конца. Пугающее присутствие, отличная история. Блять. Что? Да ладно, если так. Ё-моё, это уже не было этой трапы, я только... Я только что смотрел, что их там не было. Бред вообще. It's a trap. Куда бежать? Я там где-то тут капканы могут быть. Чё за паранойя началась? Потому что я смотрю, капкана нету. Через секунду попадаю с него. Капкан, которого нету. Ой, знакомые люди все. Ой, какая-то четко я ее не видел. А теперь давайте все дружно меня лечить. Да, тебя две дамочки обслуживают. Дедушку. Это как этот старый олигарх. Вот смотри, какая дамочка, я ее ни разу не видел. А, вас... Ну ладно. Взрослый. Ой. Какой ты везучий парень. Наступаешь по всем подряд. Да, откуда еще, блин... Ну ладно, мне на самом деле нравится, что происходит. А, я их просто не вижу. У него затемнение максимально... А, это не дамочка, это джин какой-то.
Тут монетка есть у кого-нибудь, пацаны? У меня нет. Может, это тот самый, с которым шахматы играют? Дедок. О, пацаны! Он убежал, видимо, сейчас. Ты на меня посмотри! Неплохо. Я тоже понял вот этот... Ой! Он вижу всего бороду. Давай покажи. Я вижу его. Вон он тут. Он не видел, а я видел. А мы будем вообще генератор чинить? Или типа дождемся, пока кого-нибудь не кончит, и в любом сбежим, да? Ладно, я получу. Как говорится, видишь, когда за кем-то бегут, беги в другую сторону. Очень мудрое высказывание. Прям прет от нее. Когда я вообще выберусь из этого кокона? Я никогда, я тебя не спас пока. Давайте отойдем чуть-чуть. Там очень мало генератора осталось. Ой, фак, я его даже не заметил почему-то. Не иди в дом, пожалуйста. Хорошо. А, видимо, в дом придет не придешь не то он. Менее прикольно. Ты меня это хотел это оберечь? Ну, ты меня хотел что сделать? Обережнуть? Оберечь. Наверное, оберечь все-таки. Как проверять, если... Что проверять? Есть ли маньяк или нет? Не знаю. Нет. Эти... Воу, капканы, я их вообще не вижу. Тух, никак. Вторую повесили. Если тебе интересно, то можете с удовольствием подыхать, что нашел люк. Везунчик. Ничего, я спасусь, честно. А что хочешь маньяк сделать? Убить нас. Блин, ну до этого тебя это не волновало, да? До этого меня волновали генераторы. О, мне дали фонарик. Нифига себе. Кто? Маньяк? Я из сундука раз. Ну тогда не тебе дали, а ты нашел. Мне дали фонарик. О, благословение, слышу. Ты там скоро умрешь? Я рядом с люком, я чё жду. Ну, я не знаю, я ворота иду открывать. Ты там сможешь открыть выход и сбежать? Да, конечно.